Глава Xiaomi подтвердил, что MIUI 11 получит более интересный интерфейс. В конце прошлой недели начальник отдела планирования продуктов Xiaomi Лю Юмин сообщила о том, что подразделение по разработке MIUI приступило к работе над оболочкой MIUI 11. Описывая MIUI 11, разработчики используют новая и уникальная операционная система. Исполнительный директор Xiaomi Лей Цзун, который славится тем, что довольно активно общается с пользователями в социальной сети Weibo, сделал еще один короткий комментарий относительно MIUI 11. Один из поклонников предположил, что MIUI 11 должна превосходить MIUI 10 в плане дизайна, удобства, интуитивности и всего пользовательского интерфейса в целом. На что Лей Цзун ответил, что в этом нет никаких сомнений. Также компания запустила среди пользователей опрос, участникам которого предлагают назвать наиболее ожидаемые от MIUI 11 нововведения. Наиболее популярными ответами стали глобальный ночной режим во всей прошивке, более плавная и красивая анимация, новые иконки. Детальная презентация MIUI 11 ожидается в ближайшие месяцы.